Продолжение. Такая 230 килограммов, набирает 430 в сумме, становится первым из всех, кто уже выступал. То есть есть еще Артем Удачин, но у него нулевая оценка в рывке, что называется, в сумме двоеборья участие не принимает. Есть еще Мохаммед Ихсан Атиамасуд, 15 килограммов он проигрывает Алексею Ловчеву. То есть 245 придется ему толкать, чтобы Алексея Ловчева обыграть.